рассказывает Сиару Аллами Нубаля, рассказывает историю про Ибн Тахира. Ибн Тахир — это был большой ученый. Он сам про себя рассказывает, он говорит: «Бульту биддами фиталаб аль-хадис марратайни». В поисках знаний мне пришлось испытать такие трудности, что я из-за этого два раза кровью мочился. Настолько ему приходилось испытывать трудности в поисках айлму. Они преодолевали большое расстояние, им приходилось встречаться и с холодным климатом, и с теплым климатом. И поэтому он говорит: два раза мне приходилось мочиться кровью. Два раза.